Ежегодный традиционный праздник, проводимый представителями комплексного центра социального обслуживания населения Хасавюрта в помощь детям из малоимущих семей, состоялся и в текущем 2015 году. В преддверии Дня знаний работники центра организовали концертную программу, чтобы порадовать детей и родителей. Мы решили это мероприятие провести и эту традицию, хорошую традицию этого центра продолжить. И будем его продолжать. Сегодня здесь присутствует 35 детей. Первоклашки, их родители, бабушки. Значит, мы им приготовили подарки благодаря поддержке наших спонсоров. Изначально, как отметили в ходе мероприятия специалисты центра, при помощи поддержки спонсоров и всех неравнодушных людей, они хотели приобрести школьные принадлежности, портфели и многое другое. Но в итоге было решено вручить семьям денежные конверты. Мой ребенок на сегодняшний день умеет читать по слогам, разбирать круги, квадраты, цвета, и считать, говорить, как соответствует школе, сидеть, пересказывать. Ну вот всему научили наши социальные педагоги. Ну, уже сколько лет мы стоим на учете, и по сей день они нам помогают очень даже. Пожелать здоровья им, счастья, благополучия, и чтобы они расцветали все больше и больше, вот, чтобы этот центр оказывал услуги и последующим. Открыл праздничный концерт с приветственными и поздравительными словами заместитель главы администрации Хайбулла Умаров. В канун праздника Дня знаний я хочу пожелать вам от имени главы муниципального образования Саид Пашидар Бишевича Умаханова, от администрации муниципального образования, от депутатского корпуса всего самого наилучшего. В первую очередь здоровья. Хотел бы выразить глубокую благодарность за предоставленное такое помещение. Та музыка. Все сегодня празднично. Большое вам спасибо. Будущее города за вами. Но вы сегодня, конечно, меня еще не слышите, не поймете, но чуть позже эта смена, которая будет нас менять. Здоровья вам, удачи в этом трудном жизненном пути. Сопровождали праздник артисты Дворца культуры «Спартак». На протяжении часа они пели и танцевали для маленьких гостей, которые, в свою очередь, всячески в этом им помогали. Не так давно председатель правления инвалидов Хасавюрта Атаф Ахмедов обратился к руководству города с просьбой помочь приобрести обществу инвалидов персональный компьютер, который был необходим для плодотворной работы. Узнав о том, что общество нуждается в электронной технике, продолжил в ходе мероприятия председатель общественной палаты Магомед Расул Шайхмагомедов, по инициативе Раисата Османова, исполняющего директора фонда «Дагестан без сирот», обществу была вручена необходимая электронная техника. Мы это мероприятие давно совместно с администрацией города, совместно с Объединенной газетой «Дружба» планировали. Мы его планировали еще под месяц памяти имама Шамиля, поскольку я имею отношение к благотворительному фонду имама Шамиля, и не знали, как это все структурно оформить. Теперь мы решили это дело оформить под День знаний, поскольку дети, поскольку инвалиды. Приехав сюда сегодня, я была крайне удивлена, потому что я думала, что это вот будет такое маленькое мероприятие. Подарил, ушел и все. И сейчас, соприкоснувшись с детьми, с маленькими детьми из бедных семей, понимая, что я сама мама, понимаю, что вот что-то в этой жизни есть. Председатель правления инвалидов Хасавюрта Атаф Ахмедов поблагодарил гостей за такое внимание со стороны руководства города, представителей общественной палаты, а также общественных деятелей города Махачкала. Я даже не думал таким темпом, что будет организовано вручение этого. Вообще не ожидал. Огромное вам спасибо. В планах у общественного деятеля Марины Филипповой есть еще ряд мероприятий, которые будут направлены на помощь детям, сиротам и всем нуждающимся города Хасавюрт. Сабина Аджиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».